Зимняя Спортландия. В столичных детских садах идет фестиваль снежных фигур. Вечный огонь, мать-покровительница, памятник Чапаеву, территории детского сада номер 51 превратилась в мини-копию Чебоксары снега. Ребята вместе с воспитателями и родителями смастерили самые узнаваемые здания. Вообще идея всей нашей композиции – это парк Победы в миниатюре. У нас вот танк, самолет, гордость наша. Все создавалось несколько дней, мы перекрашивали, подкрашивали. Все наши дети участвовали в этом. Все происходило с большим энтузиазмом. Это все делается для наших детей, для их развития, чтобы на прогулке им было весело, чтобы они общались, чтобы они знали нашу историю, чтобы они знали наши сказки. Помощь воспитателям, помощь нашему саду и нашему городу. Лопаты, лейки, краски и кисточки. В ход шли любые подручные средства. А если рядом не было стремянки, чтобы дотянуться до верхушки, приглашали пап высокого роста. Хочу стать военным. Почему? Потому что мне нравятся танки. А этот танк откуда здесь взялся? Его построили мои родители. Виды столицы Чувашии – специальная номинация конкурса, но, конечно, не единственная. Дошколята лепили из снега сказочных персонажей, героев мультфильмов, домашних животных и птиц. Раньше в городе было много уток. Они нарисованы на гербе и появились и в нашем садике. В январе участники лепили фигуры, а с 1 по 5 февраля присылали фотографии на сайт конкурса. Чья фантазия в итоге оказалась лучше, узнаем на следующей неделе. Юлия Важенина, Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика.